А вот остановка «Спорт-Манеж», о которой мы рассказывали на прошлой неделе, сегодня преобразилась. Ранее здесь была свалка строительных отходов после капитального ремонта Автозаводского проспекта. Сегодня на ее месте установили новый павильон. Сначала подготовили бетонную площадку, пригнали автокраны и бригаду монтажников. Работы обещали завершить быстро, чтобы успеть проделать то же самое на противоположной стороне проспекта. Позже займутся микрорайоном Замелекесье. Задействовано около 10 человек. Второй павильон мы будем монтировать сегодня после обеда. На монтаж уйдет где-то около 3 часов. Оба павильона будут установлены сегодня в течение дня.